Значит, я сейчас хочу... Давай. Так, Александр Токарев. Мы все тоже в Минске учились в одно и то же время, 64-й год, 68-й училище. Так что мы тут, кстати, старая гвардия Одесского города. Молодые люди, старая гвардия. Я хочу сказать еще об одной ипостаси своего древнего друга, потому что я с ним побольше, чем ты. А, да, вы в художественной школе, да, точно. Да. Прокололся. Так что тут ты прокололся. Прокололся. Вот. Еще одна ипостась. Григорий Аркадьевич, педагог с многолетним стажем. У него, по-моему, стажа на лет 20 с лишним, да, педагогического. Да. Сейчас он доцент. Да, я имею в виду. Вот, сейчас он доцент Международного гуманитарного университета, кафедры дизайна. И хочу сказать, что еще в одной ипостаси его не знает, он преподает основы мультипликации. Это поразительно, какие результаты мы сами добьемся. Одна из таких работ получила в прошлом, по-моему, да, году, получила, завоевала второе место на международном кинофестивале в Днепре. Григорий Аркадьевич, конечно, потрясающий рисовальщик, и я смотрел, как его студенты, они завороженно смотрят за тем, как человек может на чистом листе, как Сережа говорит, создавать эти шедевры. Он фантастический импровизатор, он прекрасно формулирует, у него в голове все сложилось, он прекрасно формулирует это рукой, уже в моторике самой. Ну и что говорить о выставке? Я понимаю, что это результат длительной большой работы, вот, серьезного художника, очень серьезного и очень успешного, я считаю, и очень симпатичного человека. Он добрейший человек. Мне даже страшно, вот, он иногда студентам позволяет такое, что терпим, доброжелателен и всех их любит. Так же, как и они его безумно любят. Спасибо тебе за выставку. Спасибо, дорогой.